Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Кати до того, как она стала известна. И да, кстати, давай с тобой поспорим. Если ты не успеешь за 5 секунд подписаться и поставить лайк, то в следующем своем видео я выполняю твое задание. Свое задание обязательно пиши в комментариях. Екатерина Голышева родилась 10 августа 2002 года на востоке европейской части России в городе Пермь. Рост тиктокерши составляет 1,65 м, а весит она 46 килограмм. У Кати есть младшая сестра, их воспитывает мама. Иногда они снимают совместные видео в тикток. К слову, такие ролики набирают больше комментариев и лайков. Об ее отце нам пока ничего не известно. В школе Катя училась до 9 класса. Свое обучение она продолжила в финансово-экономическом колледже города Пермь. Голышева имеет профильное образование в хип-хоп, хореографии и танцах. Со школьной парты Екатерина стала заниматься танцами, и сейчас она не забросила это увлечение. Еще Катя любит спорт, особенно плавание и лыжи. Девушка часто ходит в тренажерный зал, чтобы подкачать ноги и попу. Она много времени проводит со своей семьей и со своим молодым человеком. На личном у Кати все складывается отлично. Свою первую любовь она нашла еще в школе. Им оказался Кирилл Мартынов. Ее парень учится на финансиста, а также является блогером в ТикТок. Судя по фото и видео, они очень счастливы. В сентябре 2020 года на Катю обрушилась волна хейта из-за того, что она якобы копирует одеждой и мимикой другую известную тиктокершу Валю Карнавал. Также хочется сказать, что с 11 лет Катя мечтала принять участие в конкурсе красоты «Мисс Добрянка». В 2018 году ей удалось занять второе место, но она решила стать первой. Поэтому в 2019 году она снова отправила заявку для участия в конкурсе. К сожалению, победу ей одержать не удалось. Также она является участницей русского хайп-хауса с весны 2020 года. Сейчас у Кати уже более 4 миллионов подписчиков в ТикТок, а на Инстаграме уже подписано более 1 миллиона подписчиков. Но вот такую краткую историю о жизни Кати я рассказал. Если тебе понравился мой видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после... Что такое Underground?